во всем. Я понимаю. Сейчас вы расскажете. Ой, Господи, Святая Богородица. Здесь мама, Боже мой. Да чего? Анжела. Я буду спрашивать. Да, вот Нина Сергеевна, вы пришли в театр. Да? Да? Я пришла в театр. Да, вот театр. В этот театр, да? Который вошли. Вы да. И жизнь Леонида Сергеевича, у Леонида Алексеевича и ваша жизнь связана с другим театром. Ну, скажем, разделили театры. Вот так вот разделили. Вот как вы себя вот здесь сегодня ощущаете? Ну, как? Сегодня, во-первых, я очень рада и очень расстроена тем, что вот спустя столько лет, а прошло уже почти около 12 лет, как ушел из жизни мой муж Леонид Филатов, да, и я вижу, как люди продолжают его любить, помнить. И вот этот фестиваль, кстати, конкурс, да, на лучшего поэта и драматурга, да, носит его имя, то есть фестиваль-конкурс имени Леонида Филатова. Конечно, мне это очень приятно. А главное, вот идея, прекрасная идея. У нас Россия огромная страна, да? И народ наш, русские, россияне, народ талантливейший. Конечно, мы очень много талантов не знаем. Да. И задача этого мероприятия – выискивать и находить эти таланты. В разных уголках России. Находить и озвучивать. А самое главное, вот я подчеркиваю, я бы очень хотела надеяться на то, что это начинание, я считаю, нужное, важное, найдет свое продолжение и перейдет в традицию. Тем более, что следующий год, между прочим, это для Лёни Леонида Алексеевича. Да. Блин, ну я не могу, Леонид Алексеевич, ну как-то не смешно, надо. Да? Да, для Лёни будет юбилейным, ему на следующий год исполнилось бы 70 лет. Всего-то 70. 70 лет, да. Всего ничего. Вот, и что? Нина Сергеевна, да? Вот Леонид Филатов был очень талантливым человеком. Сначала он хотел быть режиссером, поступить, да, вот на режиссерский факультет, я читала. Да. Вот он замечательный поэт и драматург, но актеру мы уже не говорим, прекрасный актер. Вот как вы думаете, вот как сам Леонид Алексеевич думал, какой талант в нем самый сильный? Вот какой талант он хотел развить больше всего? Каким талантом дорожил? Вот. Ой, Анжела. Какой был главный талант? Анжела, я не знаю. Но, по-моему, он говорил так, я не знаю. Мне кажется, что я как будто предназначен для чего-то другого. А вот для чего, вот он не понимал, не знал, уж не знаю, может, не говорил. Но что это не все. Хотя он, не знаю, ну, действительно и поэт, драматург, да, режиссер. И на фестивале, где-то на 17-м, что ли, фестивале эстрады он получил первую премию, да? Первую премию, потом начальство перешило, говорят, ну, почему драматический артист должен в этом конкурсе эстрады получать первую премию. По-моему, там они, по-моему, перешили с Даночкой, перешили и дали первую премию, по-моему, Любе Полищук. А вторую премию разделили, по-моему, между Винокуровым и Леней. А вот потом вот он же и кинорежиссер, ну как не даже я не знаю, как его назвать, у него дебют был одна картина, всего одна картина, но какая картина потрясающая. Потрясающая. Опять же, вот на как дети, я не помню, «Сукины дети», да. И он же снял эту картину, она же очень такая массовочная. Он снял эту картину в 24 дня. Надо. Потрясающе. 24 дня. Ну, знал, что хотел сказать. Конечно. То есть, я не знаю, и вот за что бы он, конечно, не брался, Леня, это была очень высокая планка во всем абсолютно. А вот что ему приносило больше всего удовольствие, что он делал? Что у него легко получалось? Я думаю, что вот... Да, по-моему, во всех областях, я не знаю, по-моему, он плавал, как, я не знаю, это очень легко. Очень легко, и все ему удавалось очень легко, по-моему.
легко. И в писательстве, и в актерстве, и, ну, везде, везде. Так, то есть он не мучился? Он, нет, нет. Ну, нет, конечно, он не был таким, я не знаю, кем-то, не знаю, Моцартом, который прям сразу, на Белон никогда ничего не писал, например, вот его стихи. Ой, кстати, он замечательный пародист, да, пародии его замечательные. Переводы, кстати, туркменских авторов. У него замечательные переводы, не читать, нет? Вот нет. Замечательные переводы. Кстати, это первый перевод, который он, когда мы познакомились, когда мы увидели друг друга, он там через какое-то время, он мне принес эти переводы, говорит, прочитайте, или прочитай, там, не знаю, мы только-только познакомились. Вот, ну, такая была уловка для того, чтобы поближе познакомиться, наверное. Вот я знаю, что даже абитуриенты театральных вузов читают стихи Леонида Филатова. Да, это замечательно. Да. Замечательно. Я очень рада. Его надо знать. Потому что у Лёни вообще литературный дар большой очень. Большой. Мне кажется, он большой поэт. Угу. Большой поэт. И вообще надо, чтобы вообще, может быть, когда-нибудь его изучать в школе. Думаю, это было бы правильно. Дар Божий, я считаю. Дар Божий. И потом он, вот как он разговаривал, когда давал интервью, это же потрясающе, вот когда берешь интервью, да, уже исправляешь, надо редактуру сделать какую-то, да, вот, ну почти все, мягкий. Да. Вот. А Лёня, в общем-то, не знаю, его не надо было редактировать. Настолько это было все так принесло. Вкусненькая история. Здрасте. Вот. Спасибо. Ой, господи. Вот нас кто-то... Хотя нас четверо, но... Вас, вот как актрису, да, вот он что-то помогал, любимым вас нет, как нет, актрису. Нет. Я вот вам поясню, я вчера брала интервью у Григоровича, Юрия Григоровича, да, так, и вот он сказал о своей жене покойной, да. Наталье Бессмертной, что я любила ее как танцовщицу больше, чем женщину, я как танцовщицу ее любила. Не знаю, нет, как-то мы не очень помогали друг другу, каждый по себе. Каждый абсолютно семьи. И у меня всегда была какая-то просто домашняя работа. И у меня вообще сложная была ситуация в театре. Сложная. Я почти никогда не репетировала. И входила в спектакли за день, за ночь, вот так вот. То есть такие воды были? Да, воды, да, быстрые, очень быстрые воды. И вот то, что я сыграла даже «Мастер Маргариту» или «Преступление и наказание», да, это были, во-первых, с «Мастером» это был просто случай. У меня нехорошая ситуация произошла с Юрием Петровичем, там как-то, нельзя сказать, что поссорились. Я как-то некрасиво поступила, да? Ну, это, не знаю, по-моему, должны были читать, да? И он мне дал «Мастере Маргарите» каких-то там две реплики из зала, сказать. Две реплики из зала. А вот, ну, потом как-то объяснились, и не пришла, это случай, не пришла... исполнительница, ну, была назначена актриса на роль Маргариты, Наташа Сайко, там еще Поплавская, что ли. Та Поплавская, которая мама, да. Той девочки, которая... Яна, да? Да, которая, да, крат, да. Вот, и... Вот, и не пришла, и он как подошел ко мне и говорит, мол, когда... Когда вот были какие-то ссоры, он всегда, не знаю, вот как на вот как Шацкая, вот он говорит, Шацкая, вы знаете этот самый текст, не знаю, надо было с Азазелом там эту сцену сыграть. Я говорю, да. И можете пойти показать? Я говорю, да. Да, ну, пожалуйста, идите. Вот. И вот так как-то, не знаю, и мы выяснили наши взаимоотношения. Вот. И вот пошло, и я вошла в эту роль и играла. Вот. Ну, вот так же, как это было с «Преступлением» тоже, была назначена одна актриса.
Или она не тянула, не знаю, не тянула, но тоже так как-то случайно я оказалась в театре. А была тоже назначена на роль там Дуни, которую вот сцена со Свидригайлом, да. А вот, и он меня увидел, говорит, а почему вы не приходите? Я через два дня должен быть уже показ, премьера. Вот, и вот, вы можете показаться? Я говорю, сейчас нет, потому что я не видела. Действительно, я ушла с этих репетиций, потому что, ну, сколько, не знаю, но полгода они там работали, и меня не было на этих репетициях. То есть я понимала, что меня не, я не вызывалась, и понятно, да? Вот, и я говорю, не, я не знаю, если бы я посмотрела, то завтра могу показать. И он, хотя это был почти конец репетиции, он собрал всех и прогнал весь спектакль от начала до конца. Вот. Извините, пожалуйста, что мы вас... Да? Ну, буквально хорошую портретную фотку. Анжелик, можно сделаем мы все? Вы сделаете, девочки. А вы прямо моргаете в лицо. Да, девочки, я даже не знаю, куда. Вы прекрасно. Да ладно. Вот, да, давайте. Мы вам же потом увидим. Что, мне как стреляют в спину. Да. Извините, ради бога. А еще можно попросить вас? Можно попросить. Чего попросить? Можно спросить? Да. А стаканчики? Они некрасивые. И, наверное, и сигареты. И да, я и попрошу вас повернуться вот чего? К зеркалу. Вы не так, что ли? Ты только нас... Можно попросить на меня повернуться со стула? Вот так. Да. Ой, господи, боже, можно еще попеть? Кто бы знал. Как не люблю выступать, как не люблю говорить, как не люблю фотографироваться. Господи, я все. Можно это же убить ее? Часть профессии. Чего я пойду? Ничего я не люблю. Анжела, разрешается? Разрешаю. Ладно. Ладно, девочки, позвоните мне. Да, я Лёша. Знаете, да, мои... Алексей, вот пришлю, и он обязательно с вами свяжется, если пришлю. Алексей, да? Шлю, да. Хорошо. Ладно. Девочки, совсем плохие. Я не знаю. А можно еще вот попросить вас? Вот, как... Ой, это не мой характер вообще-то. Хорошо, а? Сделайте так. Да? То, что является вами. Да. Не знаю, что является мной, не знаю.
И тоже вот там куда-нибудь вот сюда. Угу. Вот, чуть-чуть закройте рот, чуть-чуть. Ага. Спасибо. Все, счастливо. Девочки, самый плохой просто убирайте просто дальше, да? Да. Счастливо. Папарацци, да? Да. Я понимаю, что вы это рассказывали много раз. И для вас это вот очень-очень такое личное. Но вот как вы первый раз увидели Леонида Филатова, вот что вы почувствовали? Когда первый раз? Да. Ой, Анжелочка, знаете, давайте я вам подарю, потому что у меня сейчас есть эти книги. Моя книга «Биография любви» называется. Это и о Валерии, и о Лене. И там первое впечатление. А какое впечатление? Он пробежал мимо меня. Это было такое быстрое, не знаю, он такой... Прочтите, это лучше. На полном серьезе, это лучше. Спасибо большое. Прям подарите. Подарю. Спасибо большое. Сейчас я могу подарить, потому что у меня, по-моему, еще 8 книг осталось, по-моему. Вот, и подарю, Анжел. Просто позвоните мне по телефону и посмотрите, кое-какие вещи. Потом... Анжела, во-первых, это моя книга и моя редактура. То есть все это я. Вот, ни одного лишнего слова. Там все, даже знаки препинания, все. Я просила категорически ничего своего не редактировать. Чтобы это был мой воздух. Мои вот все эти вот впечатления, мои наблюдения, мои все. Вот, все. Я, по-моему, очень точно все написала книгу, все очень точно, очень правдиво, искренне. Вот, Анжел, подарю, посмотрите. Я очень прошу, потому что всегда бытовая речь, она не похожа на тот литературный, вот, да, вот на литературное слово. Да. Я совсем другая. Я вам покажу, вы почитаете. Да, обязательно, Анжелочка, приезжай ко мне домой, у меня очень хороший кофе. Хорошо. Или приедете на дачу, я вас встречу на конечной остановке. Лучше, конечно, домой. Угу. Да. Ну вот я думаю, что 28-го, Анжел, я 28-го числа должна, 20, может быть, 29-го, не знаю, я должна уехать на дачу. Ну, сегодня 26-й. Но 3 дня точно должна быть. Да. Ладно? Да, постараюсь успеть. Давайте. Да. Вот мне сегодня и завтра тяжелейший просто, тяжелейший день. Я вам расскажу, я брала интервью у Валерия Сергеевича, это был фестиваль, он семейного кино делал фестиваль в Екатеринбурге. Вот, и он мне читал письмо сына. Сына. У него было с собой это письмо. Да. Вот Денис, по-моему. Ну, Денис, конечно. Да, Денис, да. Вот, и что он пишет, что он... Но очень благодарен Леониду Филатову за все, да? Но вот что его отец, что вот он сейчас осознал, что он это понял, что вот что это кровь, что вот, ну, вот Валерий Сергеевич. Ну нет, ну а почему? Ну, я понимаю, а потому что, не знаю, потому что Валерий не участвовал в воспитании сына никак. До армии, по-моему. И вот они общаться-то, и, в общем-то, они почти не общались. Это Леня всегда ему просто настаивал, что, Денечка, позвони отцу, позвони. Как тебе не стыдно? Почему ты не знаешь? Что-то не звонил. Просто отвыкал, и Леня был действительно ему настоящим отцом, который его действительно воспитывал, и он очень много времени проводил с сыном, учил его жизни. Ну, воспитал все хорошего это. Человека, достойного, да? Да, да. Да, я люблю своего сына, люблю, да. И да, он, я считаю, что он у меня замечательный. И он нарожал замечательных мне внуков и внучек. Сколько? 6 штук! Так что вам теперь не скучно. Ну, мы живем все равно в разных. Мы близко живем, но все-таки в разных домах. В разных домах, но они приходят там... Все вместе они приходят только в большие праздники, особенно в Новый год.
Вот в Новый год они приходят все вместе. А так поодиночке, там кто-то вдвоем, втроем. Вот. Да. Да, не Сергеевна. А можно ли это самое? Ой, наверное, нет. Или сейчас интервью пока, да? Сейчас интервью, да. Да. Ладно. Ага. Вот. Чего мы говорим? Ваших внуков, которые приходят к вам на Новый год. А, да-да-да, ну да-да-да-да-да. Ну вот что, вот и что, о чем мы говорили-то? Ну, внуки, да, которые приходят, что у меня замечательные внуки, я их обожаю, просто обожаю. Ну, конечно, страшно становится, когда они, особенно зимой, приходят на Новый год. То есть у нас, у меня маленькая прихожая, но все равно относительно маленькая квартира. Хотя мы вот жили с Леней, это была, я не знаю, сколько там было-то, я не знаю, 15, что ли, 14, что ли, не знаю, квадратных метров, да, прихожей не было, была маленькая-маленькая квартирка, малогабаритная. И очень смешно, когда мы получили вот эту квартиру, Лёня, когда вошёл в эту квартиру, это в сталинском здании, это 10-этажное здание, на Краснопресненской, когда он вошел в эту квартиру, это двухкомнатная квартира, что не такая большая, две комнаты, 17 метров и 15, ну что это разве много, и 9 метров квадратных кухня, ну так, такая же прихожая. Когда он вошел, говорит, все, я больше себя к народу не могу причислить. Кошмар какой-то. Но тоже действительно у нас просто маленькая-прималенькая была. Квартирка маленькая. Но она нам всем очень нравилась. Она была такая уютненькая. Нам было очень хорошо. И вот эта квартира, не знаю, все вот люди, которые приходят, очень трудно уходят. Она действительно с очень хорошей аурой. Ну, действительно, потому что у нас были взаимоотношения с Леней прекрасные. Все говорят так, что когда люди женится, да, когда начинают жить вместе, вот эта бытовая, значит, как это говорят, бытовая лодка, да, разбивается, что ли, или там лодка семейная, да, разбивается об быт, да, да, так говорят, да? Вот, у нас было совсем все наоборот с Леней. Нам было так хорошо вдвоем, очень. Но он все умел делать? Или нет? По квартире же по дому? Да, да ничего он не делал, ничего абсолютно. Но это все это, конечно, все это легло на мои плечи, и я с радостью, это как-то было как-то не оговорено, просто я с удовольствием это делала. С удовольствием. Лёня писал, мне творил, писал. Вот, а я была его вдохновительницей. А нет у него такого мужчины, который может все. Супермена. Да. Ну, Супермен, я уж не знаю, какой-то, он потрясающий человек. Анжел, таких больше нет. Я все время говорю, таких больше нет. И я говорю и по таланту, и по человеческим качествам. Просто недаром, вот я еще раз, много раз повторяю, потому что мне это очень нравится, на похоронах Сергей Соловьев, кинорежиссер, да? Да. Он сказал, что Леня сделал из чистого золота. Его отношение, где ему презирал деньги, чтобы в наше, что да, это такое. И, кстати, у нас никогда не было приличных денег таких, хотя могли жить прекрасно. Почти не выезжал, не знаю, даже когда ему предлагали очень хорошие какие-то гастроли с хорошими деньгами, он отказывался. Ну что такое, вот если вот на один день, например, его приглашали там куда-то на Рим, что ли, я не помню, куда уже, да, какой-то нефтяной городок, и там ему платили огромнейшие деньги, на которые он мог бы купить, я не знаю, не одну, но две машины, что ли, тогда по тем деньгам. И он отказывался. И вот, к сожалению, именно деньги, не наличие этих денег, не позволили ему снять вторую картину. Это было очень жалко. «Свобода или смерть» называлась, «Свобода или смерть». Или как-то какие похождения Толика Парамонова. Такие похождения Толика Парамонова. Вот. Он начал эту картину, начал снимать и снял почти половину картины и заболел. То
То есть он уже там начал болеть в такой, и не успел снять. Это, конечно, очень-очень жалко. Но мне казалось, что он неверно выбрала актеров на роли. Значит, не нужна была эта картина. Значит, вот не надо. Ну, не знаю. А кого он выбрал? А? Кого он выбрал? Нет, не буду говорить. Не надо. Зачем? Скажу, вот это не тот артист, ну что это такое? Я помню, я смотрела все передачи, вот, чтобы помнили. Да. Такие замечательные, с такой любовью, такие, вот все искренне рассказано. И вот, ну, просто вот можно было заслушаться, да? Вот. И можно было сказать, что какая судьба, может быть, какая личность. Леонид Алексеевич посвятил больше времени. Вот какая была такая вот... Убивался слезами вот этой личности. Ой, он почти... Вот обливался слезами по поводу всех абсолютно судеб. По поводу всех. И тем более, я не знаю, по-моему, 3 или 4 вот этих вот передачи он был более-менее здоров. А потом почти все передачи он болел. И не оставлял эту передачу, делать эту передачу. Говорил, надо обязательно это делать. А мне было страшно, жутко страшно, потому что он терял на этом здоровье. Почему-то, вы говорите, он обливался слезами, он жутко переживал. Я говорю, ну что ты переживаешь? Прошло уже не знаю сколько лет, уже почти 20 лет со дня смерти вот того или другого там актера. Что ж ты плачешь? Нюсенька, это моя жизнь, я... любил этого актера, когда был молодым, и все правильно. Это он переживал жутко. Жутко переживал. Сейчас у нас такая к смерти немножко, ну, немножко такое циническое отношение, циничное, что, да. Вот все так как-то быстро, быстрая такая жизнь. Все забывается. Да, все да. забывается, все люди забывается, уходят, да, все да. вот. Вот одни их похоронен, дальше, да. дальше, и все вот какая-то... И вот Лёня говорил, да. что вот надо, да, надо помнить, хотя бы для тех людей, для близких, хотя бы для близких людей, ушедших из жизни, хотя бы для близких, для родителей, для друзей, надо это делать. И после почти каждой передачи ему звонили, благодарили. Спасибо, что вот, мол, Родина не забывает, хотя он говорит, у нас всего-то несколько сумасшедших, которые делают эту передачу. Несколько сумасшедших. И он говорит, я не брошу эту передачу. Кто, как не мы. Он всем говорил, кто, как не мы. Сейчас снимают ремейк «Экипажа». Да. И Мита там участвует, да, тоже. Тоже участвует, тоже, да? как консультант. Ой, зачем это да. все это нужно, Господи? Всегда, почти все ремейки, это все очень плохая поделка. Машков там играет. Машков? Машков. Вот Лёнь Нуров, нет? Кого он играет? Не совсем как бы прямо. Нет, это не может быть, потому что должен быть молодой, в общем, достаточно молодой актер на эту роль. Ну, нет, он там играет другую роль. Он играет опытного очень наставника этих летчиков. Да. Там вот нету там ну, да, да, своя роль. Да. Козловский там играет. Кто? Козловский. Мне стыдно сказать, вообще я так их плохо знаю. Я вот как раз хотела спросить, вот сейчас что? Актеры, вот уровень актеров молодых, как вам? Молодых? Вот мне вот актеры любимого выгнали. Ну, Юрия Петровича, ну так вот. Актеры выгнали. Ну там что-то связано с деньгами, по-моему, насколько я знаю. Я плохо знаю, но знаю, там я читала, да, да. С гонораром, которые должны были принадлежать актерам, а вроде бы. Ой, я не хочу на эту тему говорить, да, Анжела. Да, да. Не хочу. Это ну, вообще что-то... это плохая история. И вообще, мне кажется, вот сейчас я очень хочу сейчас написать книжку. Так. Я начала книгу о Таганке и назвала, и думаю, это хорошее название. «Прости, прощай, Таганка». Да. Мои сначала, конечно, поклон первым годам жизни. Вот в стенах Таганки, да, на сцене Таганки. И это я очень помню. И все вот о расколе, о этом расколе Таганки. И вообще до конца уже
Это же в основном по интервью. Потому что когда мы разошлись, по-моему, в 94-м году. Да, в 94-м уже сыграли с режиссером Соловьем, мы сыграли «Чайку». Да. Уже в Новом театре. Значит, вот до 94-го года. 94-й год, почти 30 лет я служила. И все равно я хочу называться актрисой театра на Таганке. Потрясающе. Конечно, театр был потрясающий. И Любимов, это, и, конечно, я не люблю слово «великий», но он был гениальный, конечно, режиссер. Потрясающий. И он как губка схватывал. Вот, у нас же было очень много друзей. Очень много друзей театра, да, у театра. И он как будто схватывал вот все вот ему замечания какие-то. Вот, и вот, значит, наши друзья смотрели вот премьеры, не премьеры, а прогоны. И делали какие-то вот замечания, какие-то поправочки, все. И он все слушал. И он прислушался, совершенно, да? Он прислушался, конечно, прислушался. И то, что он считал нужным, он там что-то исправлял. В общем, у него со вкусом было, естественно, все, что нужно. Нет, но он, конечно, он грандиозный режиссер. Грандиозный. Человеческий — это немножко другой разговор. Это... А режиссер гениальный. Гениальный. И, конечно, я ему тоже очень благодарна. Хотя я повторяю, что я с ним почти не работала. Почти не работала. Но мастер, он очень быстро как-то прошел, не знаю. В основном там работал Саша Вилькин. Любимый был там где-то, или в Израиле, там где-то, вот сколько там лет, да. И первый акт, вот, например, этого спектакля, в основном, и он очень такой хороший акт, такой настоящий и долго работающий, это сделал Вилькин, сделал Саша Вилькин. А уже с приездом Юрия Петровича он продолжал работу, второй акт, и очень быстро стал делать. И сделал, по-моему, и все равно сделал, по-моему, замечательный спектакль. Во-первых, объял все, по-моему, весь роман от начала до конца. Это же надо. Сколько он нашел? 3 часа, по-моему, да? 3 с небольшим, наверное, да? Ну, долго шел. Не очень. Он шел, но не очень. Вот, и весь роман. Весь роман в этом спектакле. И потрясающие, конечно, артисты. Потрясающие артисты. И Смехов Голод, и Дыховичный Короев, и Кот Смирнов Юра. Ну, все там, кто там, не знаю, Славина Ермольник. А вот сейчас вы ходите в театр, нравятся вам какие-то постановки, премьеры? Что интересно? Ну, вот из... мне очень понравился... спектакль очень, просто очень, я считаю, роскошный, грандиозный спектакль. В театре на Таганке, это уже после Юрия Петровича. Сейчас вспомню. «Коллега из Инишмана», по-моему, так называется. Какого-то, по-моему, ирландского драматурга, это надо посмотреть точно. Вот, который, ну, может быть, не только Таганка, а вообще театр построили. Мне очень нравится театр. Я ходила в театр к Жене Миронову. Мне очень нравились эти спектакли, которые я видела. Посмотрела, недавно посмотрела у Губенко спектакль «С Рождеством, мама», где играют... уже, в общем, пожилые, в основном артистки, которые очень хорошо, мне они очень понравились, спектакль понравился. Таня Жукова, Таня Лукьянова, Радунская, Богина, ну там много-много-много. О, Лебедев, замечательный Лебедев, актер. Я получаю удовольствие, когда вот мне нравится спектакль, я получаю такое удовольствие, кричу, как идет, браво! Жуткая сейчас девушка, браво, браво, браво. Ну, вот какие-то, ну, нету, не знаю, все равно хочется вот писать. Хочется написать, вот о Таганке написать, поэтому мне нет, при том дети, дача.
и там какие-то неприятности на даче, и все это у меня нет времени так ходить вот. Тут человек не свободный, девушка-бабушка не свободная. Вот. Жалко мне, что нет времени, потому что хочется походить, и похожу. Конечно, похожу. Современник тоже, театр тоже ходил, современник, смотрел «Стаканон». Там я вообще поклонница Галины Борисовны, я ее обожаю, и обожаю ее спектакли. Обожаю ее спектакли, ее артистов, спектакли. Это вообще... А Леонид Алексеевич, снится вам? Вот вы чувствуете его заботу о вас, да, что... Ну, потому что такое ощущение, вот я с вами разговариваю, да. Что как будто... Вот да? Леонид да? Алексеевич где-то рядом, Анжелочка. Совершенно вы не одинокая. Анжелочка, да. Во-первых, так, я оформила свою кухню, одну стенку, где у меня масса Лениных фотографий, масса фотографий. Их там штука, не знаю, наверное, 200 этих фотографий. Вот. И он всегда со мной. Он всегда со мной. И мне очень, очень тепло, легко дома. И мне даже просто иногда просто не хочется из дома выходить. И, естественно, ну, я с ним разговариваю, да, разговариваю. Прошу его помочь. Помогает? Ну, по-разному. Наверное, да, думаю, мне хочется думать, помогает, да. Помогает. А верил он в эту вечную жизнь? Что будет? Или атеистом все-таки был? Нет, он. Ну, кстати, он крестился в 30, по-моему, 5 лет. И крестил его, кстати, сын любимого, Никита. Но так вот поздно. Так поздно, в 35 лет. И, кстати, мы с ним повенчались, между прочим, повенчались тогда, когда он очень плохо себя чувствовал. Очень плохо себя чувствовал. Он сидел, я стояла и нас венчал дома у нас на квартире сын Дениса. В этом облачении, в этом самом, да? Как это называется? Ряса, что да, облачение священника, да. Как все положено? По чину долго-долго нас венчал. Так что мы с ним встретимся. А вы говорите, снится. Вот в последнее время снится. Вот надо. Я все думаю, надо сходить в церковь. Помянуть, вот, потому что и он снится, и его мама снится, и моя мама снится. Кстати, Валерка, по-моему, недавно снился, по-моему, тоже. Господи, боже мой, что-то все, что пришли ко мне. Нет, на полном серьезе, Анжела. Я даже перепугалась, мне друзья спрашивают, подруги. Они тебя приглашали куда-нибудь? Я говорю, нет, не приглашали, слава Богу. Говорит, это плохая примета. Когда зовут за собой, да, это плохая примета. Но, слава Богу, они возникали и как-то исчезали. Легко возникали, легко исчезали. Господи, слава Богу. А почему вы сказали, что Леонид Алексеевич во всем был, ну, во всем лучше Валерия Сергеевича? Ой, я даже не хочу их сравнивать, но потому что он очень много умел. Во-первых, ну, Валерий актер. Он актер хороший. Но только актер. Ну, да. А Леня не только актер. Он роскошный писатель. Писатель, да. Поэт, кинорежиссер. Да. Он во всем, сколько он, я не знаю, во всех областях. Почему лучше? Конечно, лучше. На много голов. И актер он превосходный. Он все умел. Леня все умел абсолютно. Мне очень жалко, что он мало снялся в комедийных ролях. Очень мало, а он вообще очень... Ну, вот жаль. А есть у вас любимая картина? Вы знаете, я очень люблю Леонида Филатова в фильме «Успех». Худякова мне очень там нравится. Очень нравится и «Успех», и «С вечера», опять же, худяковская картина «С вечера до полудня». И он везде, чем он хорош, он везде разный. Никакого ведь грима нет, да, он вроде бы своим лицом, да, но везде разный. Ну вот смотрите, «Грачи», вы видели «Грачи»? Ну, я, наверное, видела, но я уже вот он там бандита играет, бандита. А, видела. Видели, да? И например, Чичерин. Чичерин, две разные роли. Потом «Избранные»,
у Соловьева, у Сергея Соловьева. Потом, я не знаю, ну, все разное, разное, разное. Он везде разный. Он прекрасный артист. Прекрасный артист. Да не надо сами, не надо близко. И ставьте, да, Валерий, хороший артист. Хороший артист. Все хорошее. Он все рассказывает, когда «Экипаж» фильм да. снимался, мне давал интервью продюсер Криштул, который да. был директором картины. Да. Он рассказывал, насколько вот Леонид... Это какая картина? «Экипаж». А, «Экипаж», да. Какой он скромный человек, очень. Какой он скромный очень. Как он стеснялся вот эту и сцену. Да, 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 да. И что все, значит, у всех там был роман Яковлева, что да. она со всеми завела роман. Да. Только никак у нее не мог быть роман с Леонидом Филатовым, потому что она ему совсем не нравилась. Да? Кстати, не знаю, кстати, вот у Малахова, у Андрея Малахова была передача. И знаете, когда мы... когда мы еще не поженились с Леней, но он ушел из той семьи, да, мы не хотели расписываться сразу. Почему? Потому что Юрий Петрович обещал ему квартиру. И мы ждали, что он даст ему квартиру. А у меня же у меня была квартира трехкомнатная, ну, три комнаты, да. И мы жили, я, Дениска маленький и мама моя. И, естественно, он не дал квартиру. Да? Вот, поэтому мы так молчали долгое время, да, скрывали все это дело, как нам казалось, скрывали. И как потом оказалось, что это всем было все равно ясно и понятно. Вот, и я на этой передаче у Малаховой, я пришел вот этот директор этой картины «Экипаж», и вдруг я услышала. Да. Вот, и мы ждали, там год, по-моему, чуть ли не два, полтора-два года мы прождали, и потом решили, ему не давали квартиру, и, короче, не давал квартиру, и мы решили кооператив. Лёня сделать кооператив, Лёня занял у кого-то денег, потом очень долго отдавал, вот, и мы построили квартиру себе. Вот, и вот, опять же, значит, вот на этой передаче директор рассказывает, что когда ему надо было отпрашивать Леню из театра, да, со спектаклей, да, он пришел к любимому и сказал, что нам нужен Филатов. Тот говорит, на какую роль спрашивает? Говорит, ну вот это вот роль Скворцова, там какой-то бортпроводник, там, вот. Что это за роль? Ну вот он такой вот, сначала плейбой, сначала там, вот такой легкомысленно там относился, там отнесся там к этой девушке, да, потом, а потом это значит, он эту девушку полюбил, все. Говорит, нет, да, и женится на ней. Любимый ему отвечает, нет, не женится. Нет, не женится. Почему? Потому что он любит Шацкую. И это было, когда это было? Это какой-то год-то был. Это был какой-то, не знаю, какой это был год. Ну, давно. 70. Это было давно, это было задолго до того, как мы, да? Это, ой, господи, это было очень давно. И я поняла, почему он не давал квартиру, раз он знал о нашем романе. Потому что у вас есть квартира? Потому что у меня есть квартира, да, конечно, потому что есть квартира. А я думаю, почему же он не давал? Почему он не давал? Хотя обещал, и Лёня не понимал. Обещал. Ну, он решил, что другим артистам, у которых нет совсем квартиры. Ну, у всех были квартиры, нормальные квартиры. Вот. Вот, так что я все это поняла. Ну, не обижайтесь на него уже. Нет, 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 ну какой, зачем же обижаться? Да. Господи, это, как говорят, царство небесное. Царство небесное. Дай Бог, чтобы он поближе был к Богу. Как и все мои друзья ушедшие. Ленечка, и мама, и папа, и все. Дай Бог поближе к Богу, чтобы нашли покой, чтобы было там хорошо. И всем нам, оставшимся, тоже, чтобы было хорошо. Да, хотелось бы. Да, конечно, и тогда им будет хорошо. Вот, Анжелочка. Спасибо вам большое. Анжелочка. Очень интересно. А? Спасибо вам большое, да. Да. Нет, да. Но вы все равно очень, я смотрю на вас, вы такая хорошая актриса, вам играть надо. Найдите мне, вот пускай, где эти режиссеры. Я очень давно, и вот смотрите, 10 лет, я же 10 лет, во-первых, ушла из театра, и 10 лет не играла на сцене.
это потом, вот после ухода уже из жизни, да, меня пригласил Рахиль Гаус, думаю, по просьбе Кочина, Володя, друга Лёни. Вот, и там я поработала там сколько-то лет, да, вот. А ушла из-за того, что вот, из-за того, что нужно зарабатывать, и, а для этого надо войти в эти, в эту обойму, как говорится, сериальную. Но вот пока нет приглашения, с января нет приглашений. И меня не знают, в общем, плохо знают. Ну что, знают, я не знаю, ну, дай бог, 50-летние. Дай бог. Молодежь вообще не, ну это понятно, что они вообще из крови Пупкина-то забудут, господи. Нет, как Лёня говорит, они Шукшина уже не знают, знают только Машу Шукшина. Да. Машу. Это вот актер, он же чувствуется. А? С вами интересно. Я думаю, что зрителям будет интересно смотреть. Когда с человеком интересно общаться, интересно его смотреть, и энергия, это и зрители, значит, Анжела, Анжела, вот я не знаю, когда мы первый раз пригласили меня в сериал какой-то, буквально была, не знаю, ну минута. Минута. Это кто-то, не знаю, милиционер приходит ко мне, значит, милиционер, я открываю дверь и все такое. И такой диалог, все такое. Боже мой, как я перепугалась. Как я перепугалась, вот эта хлопушка. И вдруг тишина, вакуумная тишина. Ой, я так испугалась своего голоса. С ума сойти можно. Но второй сериал, это уже было два эпизода. Значит, первая соседка я была какая-то. Второй сериал. Тоже какая-то соседка, уже побольше, уже два эпизода. Два эпизода, уже я не боялась своего голоса, уже что-то там, что-то сыграл, наиграл, не знаю. Вот, а третий сериал, это уже была большая роль. Недавно, говорит, показывали, я не видела, к сожалению. «Призрак в кривом зеркале». «Призрак в кривом зеркале». И я вошла, как так вошла во вкус, мне так было интересно. Потому что в свое время, когда я была молодая, я не очень как-то рвалась кино. В кино, да, да, да. Ну, предложит, не предложит. Да. Все равно карьерой никогда не занималась. То есть я абсолютно девушка-бабушка нечистолюбивая. Абсолютно. Вот. Но сейчас мне просто это нужно. Нужно просто для детей, для того, чтобы я как-то могла им помогать, обеспечивать их. А тут себя бы обеспечить, господи, боже мой. Режиссеры, где вы? Приглашайте. Я не самая плохая артистка в Москве. А вы знаете, вот работает с актерами советскими Трубникова. Вот она приглашает. У нее много всех артистов. Да? Какая Трубникова? Это кто она? О, господи, ну как, она агент. А как ее найти, эту Трубникову? Анжел, дайте мне ее телефон, я слезы пролью. Я там. У Анжел, да. Мне это очень важно, правда. Мне важно сейчас зарабатывать. Да, я думаю, что она с удовольствием, да, возьмет. Она просто занимается. Да? Да. Потому что, говорит, этих агентов очень много. Но у нее как раз вот. Да? Там все у нее, и Гвоздикова, и... Все пожилые артисты, да? Да, да. Пускай еще прибавит и меня тоже. Да. Пускай прибавит и меня. Анжелочка, найдите телефон, я вас очень прошу. Давайте, я все-таки думаю, что через дня два все-таки вы что-то такое... Я найду обязательно. Отредактируйте, чтобы были красивые предложения все-таки. Ладно? Я постараюсь. Ну нет, правда, Анжел. Потому что чаще всего, когда мне предлагают дать интервью, я все-таки прошу иногда, чтобы мне прислали вопросы, чтобы я... Все равно же я буду отвечать на эти вопросы. Чтобы я написала их. А. Мне даже так лучше, это потому что я повторяю, бытовая речь, она не всегда... Ну, тогда перепишите меня. А? Перепишите. Ну, нет, что-то я когда подскажу, нет, Анжела, я, конечно, вы придете, и мы что-то, конечно, подисправим что-нибудь. Ладно? Хорошо? Да. Все, замечательно. Шипасиба. Я напишу, да, Трубниковой, чтобы... Трубниковой, да. Да. Шацкая Нина Сергеевна, Шацкая, да. Филатова, да, Нина, да, Сергеевна. Мечтает. Да, не мечтает, а просто ей нужно работать. Да, нужно работать, обеспечивать свою... Ой, большую семью. Огромную уже, это огромное. Это чтобы 6 человек народить. 6, 6. Ну, они прекрасные. Действительно, семья прекрасная, слава Богу. Есть девочки такие красивые, как вы?
Да ладно, я уж как я, уж сейчас не надо, только не знаю. Я могла быть ничего. Именно в театре. Вот именно в театре, я думала. В кино как-то. Я не думаю, что я кинегеничная. Не думаю. Мне надо уметь снимать. Кстати, Господи, какая у меня память. Старость не радость, снимал. Ой, боже, на Л. Любш. Мама моя, оператор. Оператор, который снимал «Сукиных детей». Ой, вот какая память. Потрясающий совершенно, потрясающий оператор. Наил знаменитый Лебешев. Молодец. Вот тебе Павел. Лебешев. Да. И он снимал «Сукиных детей», да. И он говорил, как меня надо снимать. Не то сверху, не то еще откуда-то. То есть есть лица потрясающие совершенно, которые как ни поверни, вот, это да, все это вот, вот Филатова не... так можно было снимать. Да, можно, с любого ракурса, да. Я другая. Мне еще надо вот такая вот сложная девушка, лавка. Такое, да. Хорошо. Пишите мой телефон. Сейчас напишу.